Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжаем говорить о моральном авторитете отца и врагах. Если вы научитесь мириться, примиряться, прощать ваших врагов, если вы сможете найти в себе вот эту внутреннюю силу, взять вот все их слова, все проступки, бросить за хребет, то есть забыть о том, что было. Если вы сможете вновь увидеть в этом человеке того, с кем вы можете двигаться дальше, а я никогда в жизни не поверю в примирение без восстановления отношений. Я верю в то, что примирение предшествует восстановлению отношений. И мы тормозим либо на первом этапе, либо на втором этапе. Но мне кажется, что мы тормозим, потому что на самом деле не простили. То есть, если вы не хотите восстанавливать отношения с человеком, то вы не простили. Но представьте себе, что если вы научитесь быть тем, кто перешагивает через свои амбиции, через свои какие-то неправильные представления, и можете простить, можете примириться с врагом, то вы абсолютно точно сможете примириться с любым человеком, особенно с тем, которого вы любите. Итак, враги – это лучшая школа прощения и примирения.